Первый этап Гран-при России по фигурному катанию сезона 2023, наклонная черта влево 2024, взрослые. Расписание соревнований, время московское. 14 октября, суббота. 13 часов мужчины, короткая программа. 14 часов 45 минут женщины, короткая программа. 16 часов 30 минут танцы на льду, ритм-танец. 15 октября, воскресенье. 12 часов 30 минут мужчины, произвольная программа. 14 часов 30 минут женщины, произвольная программа. 16 часов 30 минут танцы на льду, произвольный танец. Турнир покажет сайт Первого канала. Спортивные пары на этом этапе выступать не будут. Список участников будет известен позже.